Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас впервые французская реакция. Многие из вас писали в комментариях, что Димаш популяризирует песню SOS, а она является французской песней, песней на французском языке. И я решил поискать именно французских музыкальных блогеров, певцов, музыкантов, которые делали реакцию на Димаша. Кей Леоне, как он себя называет, первый, кто дал мне разрешение на использование его видео. Кстати, он певец, вот так он поет. Посмотрим, что он скажет. Всем приятного просмотра. Привет всем подписчикам! От вас была такая просьба, чтобы я посмотрел и прокомментировал версию Димаша Кудайбергена на песню «De SOS d'Intérieur en détresse». Давайте посмотрим это вместе. 15, Димаш Кудайберген, Казахстан. Вау! Какой потрясающий зал! Я просто обожаю эту песню. Она очень популярна у нас во Франции. Как же легко он это делает. С ума сойти. Да что это за голос такой? Сколько всего у него там внутри? Я уже второй раз сошел с ума.
Вот это выступление! Блестяще! Вау, 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 вау. Он смог укротить эту песню. Песню, которая является достоянием французской музыки. Эта песня на самом деле олицетворяет для нас что-то святое. Я знаю, что на моем канале есть русскоязычные, англоязычные и китайскоязычные подписчики. Я не знаю, обратили ли вы внимание на слова самой песни. В словах этой песни действительно отражается последний крик землянина в отчаянии. Последний вдох. И Димаш в своей интерпретации выразил все так. Как будто бы это реально были его последние мгновения с нами. Что это за голос такой? Сколько у него вообще голосов? Я на самом деле не понимаю. Он поет как баритон. Также есть голос, который называют тембральным. Получается, это уже два разных голоса. Еще он владеет свистковым голосом. Я про эти моменты. Еще у него есть лирический голос. Добавлю, что на высоких тонах у него есть еще один голос, который по своим свойствам соответствует сопрано. В общем, он и тенор, и баритон. То есть у него есть голос на любой вкус и цвет. Но потом он поднимается на октаву выше и демонстрирует нам голос, который как у Селин Дион или Мэрайи Кэрри. Вот только он берет все эти высокие ноты в полную силу. Это же исключительно. Я не знаю, как так много всего может быть в одном человеке. Мне уже не хватает слов. Это уже какой-то апопеоз в вокале. В нем столько всего, и он как хамелеон. Это же невозможно для одного человека. Но он берет и доказывает нам обратное. Впервые в своей жизни я слышу такой многогранный голос. Этот парень инопланетянин. Он космический пришелец, потому что на сегодняшний день никто, кроме него, не способен так петь. Впервые я слышу человека, в котором сосредоточены все голоса. Все голоса, которые только существуют в мире. В одном человеке. Это просто удивительно. Вау. Более того, все мы сейчас живем в непростые времена. И это действительно хорошо, что мы слушаем именно эту песню. Спасибо огромное всей команде Димаша. Спасибо, что подарили мне эти эмоции и познакомили меня с ним. С этим человеком. С его голосом. С его искусством. Премного вам благодарен. Всем спасибо за внимание. Большая просьба от меня. Подпишитесь на его канал. Послушайте его песни. Также в 2021 году вышел альбом под названием «Номад». Ознакомьтесь с ним. Со мной все хорошо. Жду, когда кончится лето. Всех обнял, всех люблю. Пока.